приняли наши приглашения и фактически весь свет математической науки Российской Федерации здесь представлен. И это не международная конференция, это конференция российская, потому что те иностранные участники за очень редкими исключениями, они наши. Вы являетесь нашим Мельников, который сейчас последний доклад, я тоже воспитанник Новосибирской школы математики. Так что это российская конференция. И мы гордимся, что у нас в России есть математики, которые вот так участвуют в нашей конференции и делают такие доклады. Слово предоставляется директору Института математики и механики Максиму Григорьевичу Савченкову. Большая благодарность Сине Шелоковой, представитель здесь не только биографии, но и математической
комиссия работает с народом, что очень важно, чтобы вы информацию забываете, надо повторять, чтобы молодежь знала, что такое дирекции, где-то иначе замечательные работы могут быть забыты, а потом часто переоткрываются при ссылках на их модель. Ну и что самое замечательное, очень много было докладов по работе математиков. И вообще в целом все доклады были очень интересны. Еще один ряд меня очень сильно поразило, что на конференции были представлены очень свежие вещи. 16-й год, 15-й год, 14-й год. Люди рассказывали здесь, в одном фрагменте рассказывали самые свежие даты, не какие-то уже сделанные, а совсем свежие. Это очень хорошо и очень ярко характеризует эту нашу конференцию. Ну и еще одно замечательное, все-таки конференция заканчивается, но еще будут свои секции, которые еще мы слышим еще много интересного. Поэтому я хочу поздравить всех участников с замечательными событиями. И научными, и чисто личными, и все значимыми нашей жизни. Всем большое спасибо. Спасибо за приглашение. Я благодарю
Папке, в университете, в частности, Александр Петрович вел аккуратнейшую архив всех конференций по геометрии Советского Союза. То есть там были и Ереван, и Душанбе, и самые разные с фотографиями, программами, записками. И слово за слово мы, как бы, так сказать, задумались о том, что можно провести конференцию. Но я не могла даже представить, во что это превратится, в потрясающий праздник. И, наверное, это несправедливо, потому что, наверное, идеи должны исходить из России, а деньги из Америки. Я представляю, под какой удар я поставила Конституционный комитет. Вот, ну, огромное вам спасибо. И от семьи, наверное, от всех нас за огромный труд. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. У меня заключительные формальные сведения по этому источнику. У нас конференция приняла огромное число участников, всего зарегистрировалось около 400 человек. Они прислали почти все тезисы, у нас около 320 тезисов. Все эти люди считаются участниками нашей конференции. Среди них около 30% доктора наук, 39% кандидат наук, академики, члены Конституционного РА. На конференции были представлены следующие секции. Это алгебра, геометрия и анализ. Алгебра и геометрия состояли из около 72 участников, анализ 110 участников, то есть почти полтора часа, полтора раза больше. Секции у нас были группы, теория коррекции, секция анализов, функциональный анализ, квантовая теория вероятности, математическая логика, универсальная прикладная алгебра, теория вероятности, математические статистики и геометрия. Реальные участников, география и компетенция у нас обширна. От Калининграда до Владивостока большинство участников из Москвы, это около 35 человек, и из Казани около 75. Кроме того, у нас участники приехали из США, Новой Зеландии, Бразилии, Вьетнам, Индия, Сирия, Чехия, Норвегия, Казахстан, Таджикистан,